Йо, здорово, пацаны, вы уже переносились просто контентом на раздевание, да, бро? Ну, конечно же, мы вас не оставляем без вашей любимой рубрики. Это шлепки, мать его, по жопам! Давайте посмотрим на наших девочек сегодня. Алла, вы ее прекрасно уже знаете, и новая девочка у нас это Аня. Привет! У нас будет сегодня 5 испытаний, да? Ну, 5 бросочков, да, от самого ближнего к самому дальнему, соответственно, сила удара будет точно так же увеличиваться. И если мы будем проигрывать челлендж, то нам будут давать, как всегда, лещи. Ай, самое неприятное. Да, бро, но как без этого? Не можем же мы просто так шлепать девочек и не получать в ответ. Бро, можем. Я очень сильно волнуюсь, меня первый раз позвали сюда, я вообще просто в шоке, что тут происходит. Я надеюсь, что у меня все получится, все будет взлетать и будет прям так, муа. Да, и что мы даем по рожам пацанам, что самое главное. Вот мы за этим пришли, ты не забывай, пожалуйста. Конечно. Начинаем первый бросочек. Let's go! Хорошо. Ну все, давай, братик, ты заканчивай. И сразу же хочется очистить лакомые булочки. Камеру на меня. Ну ты подводку сделай. Ну, сейчас, мне кажется, девочки могут промазать. Нет, близкие дистанции это мое. Я же сказала, это мои бросочки. Йо, ну посмотрим, как себя проявит новая девочка Аня. Ее волнение на ее стороне сейчас. Я готовлю уже свою попочку сладенькую. Оу, oh май. Я надеюсь, что я попаду. Давай. Плюс раунд, пацаны, еще по броску. Йо, бросаем до победного. Дядя лучший. Сейчас ладно. Аня должна совершить роковую ошибку. Все будет нормально. Я в тебя верю. Да, я знаю, let's go. А мы вдвоем получаем подарок? Да, конечно. Вы одна команда, йоу. Ты какую возьмешь себе? Я Аллу. Ты возьми себя новенькую. Давай Анечку сейчас. Давай, let's go, бро. Сейчас же не сильно, правильно? Ну да, да. Сейчас такой лайтовенький шлепочек. Прям лайтовый. Лайтовый. Да, легонько. О-о-о. Спасибо. Ну, даже приятно. Я могу. Пинькую, пряненькую такую. Пиков тупо ответил как надо. Бро, мне кажется, это было даже слишком слабо. Да? Че, бро, ничего не будем менять, я первый также брошу. Пацаны, ну а пока идет ветер, хочу вам рассказать важную инфу. Здесь уже реально нужен баскетбольный скилл, чуваки. Конечно же, у меня есть, я показываю. Дайте мне сюда эти пухлые ляшечки, чуваки. Ну, после такой фразы Коляна я обязан попадать просто, и все. Мы реально не свои. Штрафные броски 10 из 10. Нет! Это еще не конец, давай. Давай. Пожалуйста! Нет! Это ужас. Чуваки, ну это изи раунд для нас. Что мне будешь лупить? А почему не Макс? Ну, мы меняемся. Здесь нужно рассчитать, да? И не мощный, как бы, ну и чувак. Просто давай, все. Ну, да ты чё? Мне кажется, пацаны, это было не очень сильно. Для первого раунда было бы нормально, но не для второго, бро. Все, короче, я буду теперь только сильный, так что готовьтесь. Тебе по какой? По левой, по правой? Давай. Готово? Да. Я себе, это не Колян, блядь, это Макс. Шкло-то как? Ладошка так неплохо. Сейчас точка этой защита. Я могу промазать. Я могу, но в принципе, если сделать расчет на ветер и сделать математический анализ, и все получится. Последний, просто ради себя. Ради себя. Nope. Давай, Колян, делай эту грязь, блядь. Бро, ну мне кажется, в этом раунде все останутся с нулем. Но победитель ты должен быть. Хорош! Я сейчас просто вижу, как нужно напрячь эту ладошку и прижечь эту попку. Давай. Я почему-то вообще не удивлена. Может. Я не смогу. Я смогу это сделать. Я уверена на все 100% с первого раза. Ну давай, третий и там. Йо, ну чё, овертайм, бро? Должны сейчас на дополнительных минутах делать это. А даешь мне попытку? Конечно, я только тебе её даю, ты обязан, бро. Вот. Фух, это было плотно, бро. Даже сил, чтобы порадоваться, нет. Нет, всё. Больше не работает.
Ну не, да, потому что уже мы двое забили. Ну все, шлепочки. Ну, перебив. Да. Конечно, перебив. Еще раз. Тихо, женщина. Все, так будет с каждым. Нет, понял, дядя. Ты че, блин? Я золой, сейчас буду заваливать. Ай, ебать. О, это джинсы, бля. Мне пошмарался, как ты подскочил просто. Бро, ну что, предлагаю сейчас просто классику, чистую трешечку. Ветер, ветер, пацаны. Но вы знаете, что у нас есть ТГ, конечно же. Я просто так напоминаю, не означай, пока идет ветер. Там пиздец. Это просто какая-то закономерность кольца на ЦСКА, понял? Типа всегда вот если летит охуенно, он не залетит, блядь. Понял. По-моему, твои слова были правдивы. Так, есть еще шанс. Всегда влево. Почему влево, сука? Ну что ж, я сейчас могу решить все одним броском, поэтому начнем и смотрим кольцо. Я смогла это сделать. Готовь свои рожи, блядь! Сейчас пиздец тебе, Коля, с матом прям. Ну... Ошибки совершаются у всех. Должно было случиться, мне кажется. Рано или поздно. Фак. Поехали. Давай. Я сейчас прицелюсь, подожди. Ой, бля, нихуя себе. Было нормально? Бля, нормально, ладно. Я ожидал, в принципе, такого мощного удара, бро. Но реально было неприятно. Ну. В чем прикол-то? Давай, все, нормально, бро. Что за угары происходят здесь? Вот как в таком участвовать вообще? Бро, давай, два из двух уже, все, завершаем эту тему, чтобы не касались наших лиц. Мне тоже было неприятно, бро. Ну давай. Да, ветер, пиздец. Йо, ты разрушил проклятие, бро, просто тупо здесь. Вот так вот, но нужно доказывать, блядь, не словами, пацаны, а действиями. Че, ребят, Коля Сайк должен делать. Отличный пас. Фак, как он летел. Я думаю, одного достаточно будет, бро, да? Давай. Траектория хорошая. Я кидаю первый раз. Такой бросок, поэтому я, наверное, с разбегов все-таки сделаю. Сейчас еще подойдет. Я Алле. Последний финальный очень сильный. Бро, как хорошо, буду мстить сейчас. Я боюсь! Ну пожалуйста, блядь! Ну ладно, плюс-минус нормально ударил. Плюс-минус, как хорошо. Ебать, тварь, блядь! Сильно было, согласись. Да ты охуеть! Ну вот такова судьба проигрыша. Ненавижу тебя, Макс, блядь. Тебе прям сильно больно было, что ли? Блин, по-моему, вообще. Ну, это прям был шок, блядь, больно. Ты заметил? Я аж, блядь, застыл на секунду. Че, я готов мстить, наконец-то! Раз. Ну такое, но было слабо. Я не знаю, что мне нужно сделать, бро. Может, я за тебя ударю? Давай. Давай, ты готова? Я готова. Ая! Что творят? Блядь! Готова? Да. Ай-яй-яй. А можно еще раз? Нет. Я тебе говорю, у меня какая-то пупка. Да это джинсы, ебать. Ага. Короче, пострадала только я, ребят, все поняли, да? Это просит еще раз ей дать, Колян, блядь, не умеет бить, везде. Я умею, просто слишком жестко. Чуваки, ну вот такой вот контент, сегодня было много шлепков, а это мы просим вас чуть побольше лайков. И подписку обязательно, пацаны, и колокольчик, и подписку на ТГ. Несу себе ссылочки, ребят, в Инстаграм ТГ. Скоро увидимся. Пока.